Мун, ты уверена, у нас все получится? Уверена, но учтите, что во время полнолуния люди могут поменяться телами. А я в это не верю. Если среди нас есть те, кто не верят, можете выйти из комнаты и не мешать нам. Кому-нибудь страшно? Вот мне не страшно. Ребята, лично я верю в то, что сказала Мун. Я даже слышал, что люди могут вселяться в тела животных. Ребят, полнолуние скоро начнется. Придумайте желание, чтобы успеть загадать. А я уже знаю, что я загадаю. Я хочу стать еще мощнее и сильнее. А мои банки станут вот такими. Нет, вот такими. Ха, дурацкое желание. Получше ничего не мог придумать. Вот у меня крутое желание. Хочу утром проснуться взрослым. О, взрослым быть неинтересно. Каждый день ходить на работу и думать, как заработать денег. Это самое скучное, что может быть в жизни. А может, я стану взрослым и не буду ходить на работу, а? Тогда ты станешь бомжом и будешь жить на улице, в коробке от холодильника. А еду ты будешь искать в помойке, потому что у тебя не будет денег, чтобы купить продукты в магазине. Ха, поверили, а я пошутил. Я не хочу быть взрослым, я загадаю другое желание и вам не скажу. А у меня желание такое. Я хочу себе много, очень много краски, чтобы красить свои хвостики каждый день в разные цвета. Я ненавижу яркие цвета. Мун, если что, я не для тебя крашу свои хвостики. А у меня мечта стать Халком, таким же сильным и мощным, чтобы меня все боялись, хотя бы на один денек. Не парься, бро, будешь ходить со мной в качалку и станешь таким же большим и сильным, как я. Главное, кушай побольше бананов. Полнолуние началось! Офигеть! Реальное полнолуние! Халк, ты можешь подвинуться, ничего не видно! А, нужно успеть загадать желание! Нам нужно взяться за руки и закрыть глаза. Теперь три раза нужно сказать про себя свое желание. Не хочу быть бомжом, не хочу быть бомжом, не хочу быть бомжом. Хочу быть Халком, хочу быть Халком, хочу быть Халком. Что, я стал сильнее? Краска появилась? О, все понятно, полнолуние полная фигня. Я же вам сразу говорил, что Мун нас обманывает. Я никого не обманываю. Кто поверил, у того и сбудется желание. Ладно, все, я хочу спать, я пошел домой. Блин, уже поздно, мои родители могут меня наругать. И я пошел домой. Ладно, ребят, до завтра. Я тоже спать пойду. Хоть бы желание сбылось. Офигеть! Я превратился в Халка! Желание сработало! Аминка, просыпайся скорее! Мое желание исполнилось! Я стал Халком! Халк, ты че разорался? И че ты так рано делаешь у нас дома? Амина, я не Халк! Это твой брат Камиль! Ты че меня не узнаешь? Халк, ты чё, ку-ку? Выйди из моей комнаты и хватит скакать на моей кровати. Ты сейчас её сломаешь. Амина, помнишь, я вчера загадал желание, что хочу стать Халком? Оно сбылось. Теперь я, Камиль, в теле Халка. А где тогда, по-твоему, настоящий Халк? А настоящий Халк получается в теле Камиля. Ну, в моём теле. Офигеть, вот это у меня мышцы. Халк, а мне кажется, тебе пора сходить к врачу. У тебя крыша поехала. Выйди отсюда! Так, я тебе отвечаю. Серьезно? Ты что, мне не веришь? Эй, Бенс, это моя кола! Бенс, ты офигел? Еще раз увижу, что ты пьешь газировку перед тренировкой, ты вылетишь из команды. В смятку. На, теперь пей. Бенс, что ты кипишуешь? Это кола sugar free, там нет сахара.
сахара нет, а газы есть. Потом будешь бегать по залу и всю тренировку пукать. Дэнс пердун. Сам ты пердун, можно подумать, вы никогда не пукаете. Я никогда. И я никогда. Все люди на земле пукают, и даже ты, Бенс, взял и испортил мне настроение. Заткнись, Дэнс. Офигеть, это сработало, я в теле Камиля. Да, руки, конечно, у него слабоваты, надо бы ему подкачаться. Здорово, Камиль. Чё надо? Чувак, с тобой все нормально? Ты чё такой агрессивный? Ты сейчас мне напоминаешь Халка. А я и есть Халк. Чё это сейчас было? Так, Мэдди, нужно узнать у подростков, где они хотят провести летние каникулы. Учитель Макс, предлагаю провести всем кампусом летние каникулы с пользой. Будем стричь газон, сажать деревья и красить забор. Нет, Мэдди, я этим заниматься не буду. Вообще-то у меня на лето большие планы. И у подростков кампуса, я думаю, тоже. Все, Мэдди, я у себя в кабинете. О, привет, Камиль. Стой, можете на минуточку? Мэнди, какой Камиль? Я Халк. Ты чё, ослепла? Камиль, это что, прикол? Ты думаешь, я не могу отличить тебя от Халка? А, да, точно. Я же забыл, что мы с ним поменялись телами. Да, Мэнди, я Камиль. Камиль, с тобой все хорошо? Может, тебя отвезти к врачу? Ты сегодня какой-то странный. Я в порядке. Слушай, Мэнди, я тут подумал. Может, замутим? Что, Камиль? Ты серьезно? Конечно, Мэнди. Если хочешь, я тебя могу даже поцеловать. Камиль, ты что, меня разыгрываешь? Не-а, удали Халка из черного списка, и я тебя поцелую. Ничего не понимаю, а при чем здесь Халк? Просто, он мой бро, я хочу ему помочь. Ой. Ну, если тебе это так важно, удалю. Все, удалила, можешь целовать. Стой, я хочу, чтобы ты увидел весь кампус. Ура, Камиль, мы теперь с тобой пара. Ага, пара. Ладно, я пойду в качалку. Ой. Увидимся. Обалдеть, этот день настал. Камиль в меня влюбился. Офигеть! Я одна это видела? Нет, я тоже это видел. Камиль поцеловал Мэнди? Обалдеть, а ведь на месте Камиля мог бы быть я. Гуфи, ты что несешь? Ты никогда не сможешь быть на месте Камиля, потому что ты не Камиль. Логично. Это что теперь получается? Камиль и Мэнди пара? Пункт, ну если он ее поцеловал, то значит пара. Камиль и Мэнди, лапки-лапки, Камиль и Мэнди, чмоки-чмоки. Обалдеть, девочки, смотрите, он ее поцеловал. Ничего себе! Привет, девчонки, как дела? Офигеть, Пазл, смотри, Мэнди закинула видос в группу, где Камиль ее поцеловал. Ура, Камиль, мы теперь с тобой пара. Обалдеть, он же говорил, что она ему не нравится. Может, на него так полнолуние повлияло? Фигня все это ваше полнолуние. Мое желание не сбылось. Да и мое желание не сбылось. А я очень много хотел краски для хвостиков. Пун, ты представляешь, сегодня утром ко мне в комнату залетел Халк и орал на весь дом, что он превратился в Камиля. Значит, полнолуние сработало. Ты реально думаешь, что Камиль и Халк поменялись телами из-за какого-то полнолуния? Я уверена, у меня уже такое было. Однажды в полнолуние я решила поменяться телами со своей кошкой. И что, у тебя получилось? Нет, я не успела, потому что с утра ее переехал школьный автобус, и ее кишки размазались по асфальту прямо у меня на глазах. Фу, какая ужасная история. Мун, а что теперь делать с Камилем и Халком? Ничего, они сами этого захотели. Девочки, вы можете побыстрее идти? Всем привет! Привет, новенькие! Меня раздражают эти близняшки. Мун, хочешь совет? Черный цвет сейчас не в тренде. Если нужна будет яркая, красивая одежда, обращайся. Послушайте меня, разноцветные подружки. Я ненавижу яркую цветную одежду, и мне не нужны ваши дурацкие советы. Девочки, не ссорьтесь. Мун, сейчас не до разборок. Нам нужно найти Камиля и Халка. Девочки, предлагаю сходить в кафешку и выпить холодного лимонада. Мы за! Ребята, мы тут повсюду ищем. Вы тоже видели поцелуй Камиля с Мэнди? Это видео видел весь кампус, и оно завирусилось в интернете. А вы вообще в курсе, что это не Камиль целует Мэнди, а Халк? Халк?
Девочки, вы что-то путаете. На видео четко видно, что это был Камиль. Да, мы же не слепые. Да, все верно. Тело Камиля, а внутри него Халк. И где тогда, по-вашему, настоящий Камиль? Настоящий Камиль внутри Халка. Что непонятного? Полнолуние сработало, и желание Камиля сбылось. Блин, почему тогда мое желание не сбылось? Это потому, что ты не верил. Какая разница, сработало или нет? Надо помочь Камилю и Халку обменяться телами обратно. А как мы это сделаем? Следующее полнолуние будет не скоро. Я знаю как, но не скажу. Мол? Ладно, у меня есть одно заклинание, которое им поможет. Да до чего мы здесь сидим? Погнали! Привет, новая парочка! Камиль, я так рада, что мы теперь с тобой пара, и об этом знает весь кампус. Ага. Слушай, Мэнди, а ты можешь еще Халка отмазать от всех контролей? Прямо от всех? Ну да. Ну ладно, я сделаю все, что ты попросишь. Ты же мой краш. Здорово, Громила. Если ты ищешь своего дружка, он там с Мэнди. У них там очень серьезный разговор. Смешно, балбесы. Слышишь, лучший друг, можно тебе на минуточку? Халк, иди отсюда, ты что, не видишь нас свидание? Подождет ваше свидание. У меня к Камилю есть пару вопросов. Ну чё, Халк, как тебе в моем теле, а? Вообще классно, мне нравится. Прикинь, я с Мэнди замутил. А вот мне не очень нравится, что ты в моем теле замутил с Мэнди. И теперь все в кампусе думают, что я с ней пара. Да ладно, бро, не парься, это же весело, тем более не навсегда. А вот мне нифига не весело, давай возвращай мое тело обратно. Не-а, не верну, мне нравится быть Камилем, а если тебе не нравится тело Халка, то это не мои проблемы, чувак. Слышь, Халк, ты что, офигел? Пусть тронул мое тело и забирай свое обратно, но воняет потом. Камиль, ты скоро? Я по тебе соскучилась. Да, Мэнди, уже иду, не скучай. Не ври, мое тело не воняет, я купил себе дезик. Быстро вылезай из моего тела, я сказал! Мэнди, он тебя обманывает! Это не Камиль, это Халк! Быстро выходи из моего тела! Отпусти его, ему больно! Мальчики, что происходит? Амина, Халк вселился в мое тело и не хочет оттуда выходить! Халк, ты что, тупой? Как можно вселиться в тело Камиля? Халк, хватит! Выходи из тела Камиля! Не выйду! Я вас предупреждала, что любое желание полнолуния может сбыться. Так, я в этом цирке не участвую. Прямо сейчас пойду и все расскажу учителю Максу. И что мне теперь делать? Я навсегда останусь в теле Халка? Камиль, ты можешь вернуть свое тело и без Халка. Потому что ты загадывал это желание, а не Халк. Да, всего лишь скажи 3 раза, тело вернись. Всего лишь 3 раза? А, да? Тело вернись. Тело вернись. Камиль, не делай этого! Тело, вернись! Я в своем теле! Мои руки, моя голова! Я люблю вас! Блин, Камиль, нафига ты это сделал? Прикольно же было! Халк! Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые серии, и всем пока! Say no!